Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 1 июня 2022 года Церковь молитвенно празднует память преподобной Ефросинии в миру Евдокии, великой княгини Московской. 2 июля 2017 года, в неделю четвертую по Пятидесятнице, святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобной Ефросинии Московской в Котловке города Москвы и божественную литургию в новоосвященном храме. Сегодня четвертое воскресенье после Пятидесятницы посвящается замечательному повествованию евангельскому о том, как Господь исцелил слугу сотника, римского офицера, который, конечно, был язычником, у которого заболел слуга, и, по всей вероятности, сотник, по-нашему, командир роты, жалел своего слугу и обратился к Спасителю с просьбой его исцелить. И тогда Господь был готов пойти в дом сотника, но этот язычник неожиданным образом проявил удивительную силу веры в Господа и Спасителя, способного исцелить его слугу, и говорит: «Не надо идти. Слуге своему говорю, делай, и он делает». И поражение этой веры языка, Господь говорит, и в Израиле, то есть среди людей, верующих в единого Бога, не нашел я такой веры. А затем произносит слова, имеющие значение не только для той эпохи, не только для того народа, а для всех эпох, и для всех народов, и для всех людей. Он говорит о том, что в Царстве Небесном возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом те люди, которые придут от востока и от запада. А сыны царствия, то есть те, кто избран Богом для истинного богопочитания, они будут извергнуты во внешнюю мглу, где будет плач и скрежет зубов. Конечно, в прямом смысле эти слова относились к фарисеям, к законникам, которые потеряли истинную, искреннюю веру в единого Бога, а которую эту веру похоронили под множеством различного рода предписанием мелочного, бытового, часто характера, которые по мысли тогдашних учителей должны были спасать людей. И вот Господь для того, чтобы обнажить это глубочайшее заблуждение, эту не спасающую религиозную практику, и говорит о том, что другие люди придут с востока и с запада и возлягут вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом. А что же это за люди? Это те, по мысли Спасителя, которые не потеряют подлинной веры в Бога, которые никогда эту веру не подменят никакими мелочными предписаниями, никакими способами внешнего выражения своей религиозности, которые сохранят веру в сердце. Горячую, сильную веру. И вот возникает вопрос, а в чем должна проявляться эта вера, которая приведет нас, людей от востока и запада, приведет в невечернее царство божественной славы, где Авраам, Исаак и Иаков
с праведниками пребывает. И вот в сегодняшнем апостольском чтении, в послании к римлянам, нас апостол Павел учит о том, что существуют две свободы. Свобода от греха и свобода от праведности. Свобода от греха – это способность человека, вне зависимости от влияния окружающей среды, от навязываемых ему стереотипов мышления и образа действий, сохранять силу, противопоставлять себя греху. Это действительно величайшая свобода человека, потому что грех привлекателен. И если кто отдается греху, он перестает быть свободным. Ну а что же такое свобода от праведности? А вот это та самая свобода, которую очень легко обрести. К этой свободе подталкивает человека как бы его инстинктивное начало. Делай то, что тебе хочется делать. Никаких табу не существует. Живи так, как ты хочешь жить. Всякие ограничения условные. Не слушай никого, раскрепощай свой инстинкт. Живи свободно. Разве не об этом сегодня учат нас этими или иными, более как бы интеллигентными словами, но несущими тот же самый смысл, многие силы в этом мире? И мы видим, что в мире происходит, что даже законодательство потворствует этой свободе человека от праведности, и все меньше и меньше внешние обстоятельства жизни способствуют тому, чтобы человек сохранял свободу от греха. И вот в завершении этой части своего повествования, обращаясь к римлянам, апостол Павел и говорит, что в результате греха, в результате в жизни, свободной от праведности, смерть. А в результате жизни, свободной от греха, жизнь вечная. Это не человеческие слова. Это Бог через апостола Павла говорит всему миру. Он говорит так громко, как могут его люди услышать. Он не говорит силой человеческой. Бог обращается к нам своей божественной мудростью. И каждый из нас волен, свободен принять эти слова серьезно или отмахнуться от них. Стать свободными от греха или свободными от праведности. Но только результат будет именно тот, о котором говорит нам Бог. Свобода от греха – жизнь вечная, а свобода от праведности – смерть. Очень многие люди в течение жизни опытно познают силу всех этих слов. Чаще всего это происходит уже с возрастом, когда накапливается большой жизненный опыт, когда человек многое пережил, испытал, выстрадал, на своем собственном опыте понял, как велико и страшно в своей правде божественное слово, как невозможно ему перечить, ни в мыслях, ни в словах, ни тем более в поступках. Но очень часто люди, начинающие жизнь, молодые, особенно те, у которых все складывается вроде как благополучно, кто еще не соприкоснулся ни со скорбью, ни с болезнью, ни со страданием, не понимают смысла этих слов. А тем более, находясь под воздействием всего того, что сегодня информационно обрушивается
на человека. И вот задача церкви и тем, кто молод, и тем, кто находится в зрелом возрасте, и тем, кто подходит к закату своей жизни, сказать о том, что слова божественные непререкаемые и всегда исполняются. И да подможет нам Господь уразуметь, что не только внешними признаками своей религиозности мы должны уповать на милость Божью, ибо через эти внешние признаки не возляжем с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Но что путь в Божественное Царство открывается перед каждым человеком, тогда, когда он живет по Божьей правде, когда он живет по Божественному закону и противится греху. В разные эпохи люди жили так. И вот сегодня, освящая храм святой, благоверной и преподобной княгини Ефросинии в миру Евдокии, жены князя Дмитрия Донского, победившего татаро-монгол на Куликовом поле, мы вспоминаем жизнь этой святой женщины, перед которой тоже ведь было много соблазнов, она была на вершине власти, но она не наслаждалась этой властью. Она жила по закону Божьему, она творила дела милосердия, она разделяла с мужем его жизнь, будучи верной супругой и доброй матерью. И вот этой замечательной правительнице земли нашей, замечательной русской женщине, принявшей монашеский подвиг, постриг и ставшей святой, и посвящен этот святой храм, ставший памятником и для ее мужа, благоверного князя Дмитрия Донского, и для нее самой, благоверной и преподобной княгини Ефросинии. Их молитвами да хранит Господь землю русскую. Аминь. С праздником поздравляю вас!